прошлом году усилия муниципалитетов были направлены на решение социально-экономических задач и реализацию национальных проектов. Об этом в своем докладе на 17-м съезде Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области рассказала председатель организации, глава Самары Елена Лапушкина. Всего в области было введено в эксплуатацию 44 объекта капитального строительства, среди которых школы, детские сады, спорт-объекты и дома культуры. Благоустроено 163 общественных пространства и 318 дворов. Обновляются трассы и городские дороги по всему региону. В прошлом году, на полтора года раньше запланированного срока, завершилось строительство моста через реку Сок. Работы велись по национальному проекту безопасной качественной дороги региональным министерством транспорта. Новый мост позволяет решить проблему узкого корпуса на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сети автодорог и играет важную роль в развитии Самарско-Тольяттинской агломерации. Успешно продолжает действовать губернаторский проект содействия, который был введен в работу при помощи ассоциации. Организация проводила обучающие встречи для жителей городов, где разъясняли механизм участия в проекте. В прошлом году реализовали 306 идей, при этом муниципалитеты региона дополняют проект и своими программами. Необходимо отметить, что на местном уровне муниципалитеты не остаются в стороне от реализации инициатив населения. В Самаре, например, проводится конкурс общественных проектов «Твой конструктор двора». По итогам 2021 года средства получили 190 проектов победителей. Также муниципалитеты активно работали над повышением бюджетных доходов. Велась работа над взысканием недоимок по платежам в бюджеты и государственные фонды. Также был перевыполнен план национального проекта «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства». Органы местного самоуправления работали и с другими вариантами привлечения средств в муниципалитет. Так, в 2021 году общая сумма грантов, привлеченных в местные бюджеты и муниципальные организации, в два раза больше, чем в 2020 году. И она составляет более 300 миллионов рублей. Подводя итоги, Елена Лапушкина отметила, что работа ассоциации помогает лучше наладить диалог с жителями и быстрее и качественнее решать возникающие вопросы. С этим согласился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который отметил, что считает органы местного самоуправления важнейшим уровнем власти. Именно вы ближе всего к людям, вы яснее видите их нужды, непосредственно влияете на жизнь людей. Это очень ответственная, сложная, но... На мой взгляд, самая нужная работа – помогать людям, исполняя важнейшие государственные задачи. 17-й съезд завершился работой профильных секций, где представители муниципальных образований делились опытом работы в своих районах и обсуждали новые рабочие проекты, которые помогут улучшить качество жизни в регионе. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.